Слава Украине, перед этим от Полонского. Ну что, конец Российской Федерации близок как никогда. И вот что я имею в виду. Сегодня российская Госдупа, или как ее еще называют, Госдурка, приняла очень интересный закон. В интересах чьих? Ну, вы сами сейчас разберетесь. Значит, вот этот закон разрешает губернаторам различных провинций, областей, краев и прочей лабуды, которая есть у рашистов, создавать частные армии на основе своих территориальных образований. Даже собака какая-то обгавкала этот вопрос, видите? Значит, правда. Да, так вот этот вопрос фактически узаканивает частные армии, принадлежащие различным территориальным образованиям. Вот это, собственно говоря, можно говорить о конце государства как такового. То есть теперь любой губернатор, к примеру, если ему что-то там не нравится, создает частную армию. И может, например, объявить, ну, использовать ее по своему усмотрению, да. Пока он верен Российской Федерации, ну, окей, он ей верен. А вот он не будет ей верен, он поднимает свою армию, объявляет мятеж, объявляет о том, что «Да чхал я на вашу Москву, я не хочу кормить Москву, идите все к чертовой матери». И собственно говоря, все, я буду независимым тут бантустаном. И так оно и будет. То есть, в принципе, они закладывают сейчас под себя, ну, скажем так, под государство, под свое, вот это они закладывают мину замедленного действия, а себе красиво, потому что те же самые сенаторы представляют так называемые регионы, так называемые Российской Федерации, себе они дают все абсолютные инструменты для того, чтобы сделать впоследствии свои территориальные образования просто-напросто своими государствами, или своими княжествами, или своими ханствами, как хотите. В любом случае, нас ждут очень интересные времена, когда Чечня поплывет в одну сторону, только непонятно уже под чьим руководством, Воронежская область в другую сторону, а Белгородская Народная Республика, а впрочем, Белгородская Народная Республика уплывет в Украину, потому что все будет Украина.